Как долго вы собираетесь пробыть в Хабаровске? Еще, наверное, неделю. Добираться как будете? Автостопом? По городам или сразу в Новосибирск? Ну, это тайна. Тайна. Скажите, а вы сюда добирались, вы заезжали в некоторые города. Расскажите, поддерживает ли Хабаровск? Конечно. Хабаровск поддерживают все города. Но выходят 4 города постоянно. Это Хабаровск, да, хабаровчане, Комсомольск. Мы Новосибирск, Москва. То есть каждую субботу выходят, а вы выходите каждый день, молодцы. Поддерживают во многих городах. И это и Воронеж, и Ставрополь, и Дагестан даже. И, то есть очень много людей, которые поддерживают. Ян, расскажите, сколько у вас было арестов и штрафов? Ой, господи, арестов было по административным 4 или 5. А уголовное дело было заведено по 212 по Дадинской. Но оно было прекращено, да, а прокуратура подала ходатайство о том, чтобы дело возвратили. И кассационный суд вынес решение в пользу прокуратуры города Новосибирска. Сейчас мое дело вернули в суд первой инстанции, то есть будет возобновлено вновь мое дело. Поэтому вот я приехала, может быть, я уже и последний раз на воле, конечно, не дай бог, поэтому я решила приехать. Скажите, вы ездили в Лефортово, да? Да, да. А расскажите, как-то с Лефортово было видно, что Сергей Иванович слышит вас, видит? Ну, лично Сергея Ивановича мы не видели, но я знаю, что он и слышал нас, и видел. Вот мы раза три, наверное, были у Лефортово. Это в том году, в октябре, в ноябре. Потом в феврале Света Никонович приезжала, поддерживала, пела песни. На Новый год было поздравление. И вот в этом году мы приезжали. Конечно, слышал. Конечно, он знает нашу поддержку. Поддержку не только города Хабаровска, да, а именно городов России, москвичей, которые верят в него.